Вчера в зале администрации района прошло внеочередное заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Открыл и вел совещание первый заместитель главы района Руслан Емыков. В мероприятии участвовали начальник филиала по Кашхабльскому району Управления Федеральной службы исполнения наказаний Тимур Хакуй, начальник Центра занятости населения по Кашхабльскому району Якуб Брантов, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних в администрации района Адам Гидзов, главы сельских поселений, представители полиции и СМИ. Были обсуждены проблемы надлежащего исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ, а также вопросы, касающиеся хода исполнения решений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. На территории Кашхабльского района функционирует уголовная исполнительная инспекция по Кашхабльскому району, которая контролирует осужденных, не связанных с изоляцией от общества, в том числе такой вид наказания контролирует как обязательные работы и исправительные работы. Хотел бы начать с такого вида наказания, как обязательные работы. Данный вид наказания у нас на особом контроле не только уголовной инспекции, но и судьи, которые выносят данные приговора в отношении данных осужденных, которые осуждают и выносят. Вот. Хотел бы начать с того, что данные осужденные, данный вид наказания отбывает по месту жительства. Неважно, где они зарегистрированы, неважно, где они прописаны, отбывается данный вид наказания по месту жительства. Возникает ряд вопросов и возникает ряд таких вот нарушений, как осужденный не отбывает в полной мере данный вид наказания. Есть такие моменты, что осужденные табелируются, но не отбываются. Хотел бы обратить ваше внимание, что это нужно прекратить. О необходимости добиться согласованной работы между главами и системой рассказал Тимур Хакуй. По поводу сроков. Я хотел бы в максимально сжатые сроки, чтобы мне предоставили главы список лиц, которые будут непосредственно контролировать данный вид наказания, чтобы мои инспектора непосредственно контролировали и контактировали с данными людьми. В ходе совещания были рассмотрены и вопросы, возникающие у глав поселений. Осужденные к обязательным работам, которых мы вам направляем, направляются по направлению начальника инспекции. После чего вы делаете распоряжение главы администрации, где вы четко указываете, что это уголовное наказание, а не административное наказание. Сейчас вы путаете административное наказание, которое исполняют судебные приставы исполнители, потому что у них тоже есть часы, и у нас есть часы. В распоряжениях вы очень часто допускаете вот эту ошибку, пишете, что осужденный такой-то, такой-то, прибывший на отработку административного наказания в виде столько-то часов. Это неправильно. Пишите четко, что это уголовное наказание по приговору суда. От какого и так далее. Если документ приходит за месяц, раньше, позже, как это бывает, мы все с вами люди. Совещание закончилось полным взаимопониманием сторон.